Пробежал сквозь двери, зараза, его обманул. Эй, меня пусти! А-о-о-о-о! Вместе с дверями вылетел! Видели, как это было эпично? Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Шоколадка Степа, Арара Пика, Суслик, Нубик, Думгай, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здорово. Всем привет. Всем привет. Ну что, ребята, мы дождались, наконец-то сделали с последней части Бенди DRGBs. И теперь сегодня мы можем ими управлять и мочить других пацанов. Если опять кушайте, приятного аппетита, а Бенди сегодня будут гоняться за нами в школе Балди. Погнали. Пацаны, кто первый проиграет, тот будет самым конченным игроком. Да, вот я пошел сливаться сразу же. Пошли. Да не, не надо сливаться, давайте хорошо играть. Кстати, знаете, что хочу сказать? Что эти Бенди очень легко ломают двери, которые у нас тут на карте есть, потому что мы добавили мод на разрушение дверей. Что? Первый умер? Ты чего? Сразу же, анскиллиха. Ну? Я думал, Дима умрет. Нет, ты что? Так, убегаем, убегаем, убегаем. Вон он, убегаем, читаем. Беги, секрет. Надо забегать в класс какой-то, наверное, да? Ну, можно и так сказать. Нет, он черт какой-то. Это не Бенди, это реально какие-то черты. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то классное, веселое, которое попадает в тренды. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Ну что, пацаны, я сижу себе в классе и выживаю. Это очень легко и просто. Что, только двое, да, умерло? Больше еще никто не умирал. Один умер. Один? А, Чебурашка забыли. Да, один. Еще в столовку пообедаю. Он меня убил. Еще один. Еще один. Вообще, вы, пацаны, очень профессионально играете. А он мне не достанет, смотрите. Не достанет, я знаю это. Почему? О, чей ты там проезжаешь? Да блин, ты как да... Да что за бред? Да ну как? Там. Ну ладно, ладно, я поддавался специально. Так, а где вот этот чилипиздрик большой? Я тоже за него буду играть. Так, зачем погнали. Ой, камера глючная. Побежали, побежали, побежали. Передо мной кто-то пробежал. Ого, я даже когда бегаю, ломаю двери. Да. А ну, если я просто буду бежать и не бить. Нифига себе, я вышибала. Ой, я их нашел. Где они, где они? Тебе кажется. А, я не... Так, я буду бегать с Бенди вот здесь рядом. Форум, форум, стой. Что, стой? Так прикольно бегают. Чилипиздрики такие. Таксика. Вот если они бегут, то мы на батут. Да? Все, мы на улицу. Да, я вас обманул, у нас тут даже и нету. Да, 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 да. Да, я что, когда-то обманывал? Вот это мы вышибалы дверей, просто психи. Офигенно сделали DRGB, все рады. Наконец-то можно классно повыживать. Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы будем спамнить специально NPC и выживать с ними, потому что NPC тоже очень жестко играет и всегда знает, где мы находимся. Настоящий игрок, видите, ему тяжеловато найти, а NPC всегда находит и убивает, потому что убийцы. И убивают с одного раза. Никаких шансов нет на выживание, никаких. Читаем. Бежим, Думгай. Вижу, вижу, вижу. А ну что, видишь? Пацаны, они на улице, бегут на задний вход в школы. Забежали в школу? Нет. А, нет, я специально так сказал, на самом деле, не забежали в школу. Вижу, вижу, вижу. Я вижу чубаку. Ну что, иди сюда. Отстань. От меня никто еще не уходил. Блин, конечно, закрывает пол карты. Нет, чубак-то. Еще одного убили, нифига себе. Дима, за мной еще бежишь? Не, я уже отстал. Ура! Уже второй раз, кстати. Ну. Ух, я так. Ой, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. А, да как? Я не могу, надо было удар нажимать. Да блин. Есть. Ну что, ребята, хоть одного я убил, это хорошо. Так, давайте сделаем перекличку. Кто еще живой, кто мертвый? Ой-ой-ой, помогите. Я живой. А, ты живой? Давай лови. Давайте, когда останется последний, может оружку использовать. Давай, 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 давай. Думаю, есть, я убил! Залагал, да. Вообще классно, кстати, ими очень легко убивать. Думаешь, как селиться? Ты меня убил. Ай, да извини. Так, 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 так.
Может, тут кто-то сидит? Вышибала дверей пришел. Если что, то он играет за... А ну-ка, я знаю, тут... Ой, а вы... Нельзя двери открывать, что ли? Ой, что-то у меня лагает, а из-за чего лагает? Кстати, ребята, давайте, знаете, что мы тогда сделаем? Я буду ставить настоящих NPC. Первый раунд будем считать, что победила дружба. Вы готовы, пацаны? Да. Все, я отключаем искусственный интеллект. Ой, сейчас будет жопа. Поехали. Первый пошел. Давайте проверим, как он будет убивать. Ой-ой-ой. Будем, ребята, считать, что вы набрали 3000 лайков, и мы начинаем ставить NPC. Тихо, тихо, тихо. А! Да, убил. Ах, зараза. Так, сейчас, ребята, буду добавлять все больше и больше. Они быстрые. Так, ставим, давайте разные будем ставить. Вот такого ставим, головастика. Бегаем, бегаем. Это черт какой-то. Черт? Да, черт. Так, ребят, давайте если с NPC будем выживать только в школе, потому что на улице они будут очень сложно нас ловить. Убил? Не убил? Ты сзади там. Я сейчас попробую поставить гигантского Бенди. А че он задом бегает? Майкл Джексон. А че не убивает? А, убивает, убивает. Очень странно он себя ведет. Он какой-то обиженный, может. А давайте его попробую ударить. Ой. На тебе. По голове получил. По башке больно бьет. Хорошо, давайте вот такого поставим. О, у них анимация даже есть, когда они встают. Медленно идет. Я не могу фику спрятаться. Еще ставим. Еще ставим. Дурак, что ли? Чуть не ударил меня. Тихо, тихо, тихо. Мужики, я их за собой веду. Готовьтесь. Вот давайте проверим, как они двери выбивают. Мы все одна толпой, Дима. Тихо. Вот, двери бьют. Ой, как громко. Че так громко двери ломают? Ой, поломали. Дима, ты где? А выйти не могут. А, они вот так вот работают, боятся за двери выходить. А ну подойдите, убьет или нет, давайте проверим. О, газировка. Ой, дамажит. Дамажит, хорошо, давайте тогда ставим этого челепиздрика. Ой, бегите. Ой-ой-ой-ой-ой, бегите, бегите. Ай, ну что вы меня заперли? Балди умер. Ну, пацаны, вы специально это сделали. Дима, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бегите, бегите. Еще одного убил. Я успею? Нет, я не успею. Блин, бьют на расстоянии. Вот это он меня притулил. Головой в стенку врезался. Я проскочил как-то. Так, еще, сейчас ставлю еще. Они друг друга убивают. Они дерутся? Да. О, это хорошо, битву запилим. Да ну хватит меня убивать. Еще берет, швыряет меня как тряпку вонючую. Ну почему вонючую? Ну не знаю, похудчую так не... Так не швыряет. Ого, челепиздрик бегает, смотрите. О, братишка, давай. Нет, не на меня, на него. Нет, на меня не надо. Ого, он тебя бьет. Ай! 10 хп отнимает. Ай, больно. Теперь непонятно, кто NPC, а где настоящий игрок. Я с пистолетом. Эй, успокойся. Так я там же бегаю, что ли? Нет, ты бегаешь как обычно, это он так бегает. Бегите. Анимация переделана. О, ого, тот бега через дверь, вы видели? Ему все, ого, труп отлетел. Прикольно, труп вылетел. О, этот бегает вообще на изично по классам. Да. А, вот ты где. Отлично. В школе родился. А, я думал, что это игрок какой-то. Это обманка. О, сейчас давайте проверим. Двери, дверь. Пробежал сквозь двери, зараза. Его обманул. Эй, меня пусти. Вместе с дверями вылетел. Видели, как это было эпично? Ну, мод разрушения дверей, это очень круто. Так. Давай. Короче, сейчас ставлю всех одинаковых. Ребята, вы готовы? Ой-ой-ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте четыре, потому что подлагивает. Они очень неоптимизированные. Ну ладно. А, уже. Дранер. Ника, бежим. Кого он поставил? Чертов? Да, эти черты, они бегают же по классам, по дверям. А, ты зачем ты меня врезался? Дим? Вот ты-то у меня швыранул. Камикадзе какой-то. А? Да, какие-то психи. Так, где они? Ой, двери, двери, двери. Убегай, убегай. Да ну не толкайся. А, опять с дверями меня выбил. Вот это они толкаются. Успеет, дверь прилетела. Так, так, так. Так, кстати, вы заметили, что когда он двери толкает, двери дамажат тоже? Да, это из-за мода. Так, я закроюсь и буду тут сидеть. Давайте проверим, придут они ко мне или нет. Никого нету, слава богу, выживаем. Классно, DRGBs, но, ребята, один здесь большой минус, они очень нагружают сервер. Вот больше 4 штук вы не поставите. Как минимум тут большие игры,
Да ну да. О, вот он, вот он, вот он. Прибежал. Убили. Побежали, нет. Отлично. Они только я вижу, мочат и мочат. Они очень быстрые. Лошадка. Двери ломают, вообще легко. Вон. А! Они схалки какие-то. Ой. Психи, психи. Он ко мне идет. О, давайте мы бежим на улицу, проверим, будут они на улицу не выбегать или нет. Все, давайте. Встречаемся на батуте, пацаны. Не буду. Я уже бегу. Все, встаю. Не, батут жизни отнимает, когда приземляешься. Нашел батут. Вот, все, выбегают на улицу, бегают. Вот он, Николай. Бегут, 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 отлично. Интересно, он может спрыгивать? А, да. Отвали, щенок, ну блин. Это жестко, какой-то. Жестко, бьет гуманоид, да? Да. Чертила. Чертила, точно что. Так, бежим. У меня двери не открыты. Все, я здесь. Да? О, я на горке буду, проверю, убьют они меня или нет. Не убивают, смотрите. А, ладно, убивают. Опять. Жестко. Очень быстро. Они очень, они реально быстрые. Хорошо. Мне кажется, с шифтом можно, да, убегать, когда бежишь и прыгаешь еще? Да, банихоп. Банихопить можно. А, там... А, блин, да не хватает на... Опять как тряпку вонючую кинул. Да что ж такое, а? О, я знаю, как сделать, чтобы они меня не убили. Вот он, чертила. Во-во-во. Все, ребята, он не достанет. Здесь он не достает. Это где? Это очень большое расстояние до удара. Эй, физганом не трогайте их, читеры, я вижу. Выбежал. Все. Смотрите, чертила. Не достанет, не достанет. Обиделся, убежал. Есть, ребята, мы нашли метод для того, чтобы они нас не убивали. Думгай, иди сюда, я сзади. Да, что-то они нас вообще не убивают, их потому что 4 штуки. Ладно, я выйду, я их не боюсь. Дверь стульями заколотим. Нет, за мной кто-то бежит. Никого нету, пустая школа. Вот тут будем тусоваться. Димас, погнали на улицу. Погнали. Уже больше, чем 4, по-моему. Не, 4 штуки поставил, больше не могу. Лагает сильно, очень нагружает сервер. Когда никого нету, они плакают. Плакают? Просто становятся на месте и все. Так они не могут никого найти, что ли? Да. Просто я их ищу. О, ой, вот они, вот они. Так, мужик, отвали от меня. Пацаны, он за мной, он за мной. Интересно, он долго будет за мной гнаться? Беги, беги. Я сказал, бегите, пацаны. Да, бежит, 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 бежит. Помогите. Отлично, увернулся. Капец, я к двери подошел, меня пришибло ею. Да, жестко лупаша двери. Ой, Димас. Как будто действительно какой-то зверь. О, стоит. Ой, он телепортироваться. А, это сзади, я думал, телепортироваться может. О, давайте проверим, сколько у них жизней. Я стою на улице. Так, а ну где мой пулемет? СМГшечкой проверю, как они убивают. Серьезно, а, не успел даже стрельнуть толком, убил сразу. И тот прибежал на мой труп. Двери перед ними не закрывать. Я жду. Да блин! А! Да блин! У него жизни много! Предал меня. Где он? Да хватит жрать меня! Так, где он? Где он? Где он? Они там, беги! Ай, да что ж такое, не могу его убить! Так, пацаны, все, открываем огонь! С пулеметов! Из всех оружий! Да, со всех оружий мочим! Да. Мне же интересно, сколько у него жизни? Да ты смотри, он меня убивает 1000 раз в секунду, а? Очень быстро, да, пацаны убивают? Не хочу его убивать! Ай! Вот это босс, это реально Бенди босс! Да что? Мочи, мочи, пока он не убивает. И побежал дальше. Вот это он вообще сильнейший. Очень быстрый он. Невозможно убить. А! А, ты можешь пригвоздить и все. Нет, давайте без пригвождателя, по-честному. Ай, да зараза, ну блин, да дай убить себя. Ника, по своим стреляешь. Так. Я так понял, что жизни у них много, да? У них супер много жизни, он еще задней этой лунной походкой меня убил. Ну задний привод включился. Так, я знаю, что надо сделать.
Давайте вернемся на ту нычку, где они не могли достать, и мы их убьем. Они школу. Все, пацаны, я их убиваю. Спасибо, Дима, ты их не убил. Не убил? Все, нашел, нашел. Специалитист. Ну что, иди сюда, Бенди. Вы видите его? А ну инфу, где вы его видите? Я сейчас попробую. Вот, видел. Увидел. Он сейчас. Ну только жизни у них не отнимаются, почему? Они читеры. Да как их убить? Опять меня убивает. О, я знаю, как их убить. Бомбой и пердючкой. Так, не получилось, да? Во! Они сразу на спам убивают. Короче, ребята, их вообще невозможно убить. Получается, что они бессмертные, что ли? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. И еще раз, на всякий случай. И еще. Вот вы психи.